Рабочая неделя в администрации района началась с традиционной планерки, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся жизнедеятельности района. Основными вопросами повестки дня, как и на предыдущей планерке, стали вопросы, касающиеся состояния уличного освещения, санитарного состояния территории сельских поселений, о ходе работ по расчистке лесополос и сельскохозяйственных угодий вдоль федеральных дорог. Эти вопросы постоянно находятся под личным контролем главы района. Немаловажное внимание на планерке было уделено вопросам легализации трудовых отношений, а также о ходе подготовки к празднованию нового 2018 года. По каждому вопросу глава района Заур Хамирзов дал соответствующее поручение.